Доброе утро, уважаемые подписчики! Вы на канале «Переселенцы с Байкала». Утро сегодня такое прям классное тепло. Такая вон изморь небольшая везде. Сколько там морозу-то? Морозу, громко сказано. Ну так, минус 3, ничего себе, надо сказать. Вот, тут у нас Жулька опять нахулиганила, я ее отпускала. Где она эти перья нашла, непонятно. Горлица он с утра губукает, а он сидит на дереве. А я вчера записала столько много хороших моментов. Чистила телефон и все удалила. Ну вот бывает такое. Вот так вот вступила. Ужас один. Ага. Гуси тоже орут во все. Громче, чем горлицы. Вчера начала вот здесь вот делать сооружение. Пока поставила сюда лестницу. Думала, как-то это остановит Жулю. Нет, ее не останавливает. Сделала вот эти вот штуки. Не буду сетку натягивать. А Жуля вчера тут... Вот это самый был ценный кадр. Самый ценный. Когда я слышу, что-то она подвывает. Смотрю в окно, а она, значит, что делает? Она вот так вот разошла, отошла вот на такое расстояние. Смотрит на цепь, подвывает, и потом пытается лапами на эту цепь прыгнуть. Я на нее посмотрела, ах, ты ж, думаю, зараза такая, хитрая жопка. Я только сейчас ее прицепила, она тут бегала ночью. Да, Жуля? Ну вот на ночь ее можно выпускать, потому что днем кто-то может за цыплятами приехать, а ночью никого нету. Загородим еще садок. Цыпляткам уже ходила. А, вот! Тут у меня вчера тоже процесс пропал. Помыла со шланга стену и помыла окна, наконец-то. Изнутри надо перещелывать. Так. Ой, цыплятки, цыплятки, цыплятки. Цыплятки, вот. Бегают довольные жизнью. Там тут верещит в том, вот там в инвалидном блоке пищит постоянно. Эти тоже. Я им сейчас лампу побольше вкрутила, они были с маленькой. Пусть поспят. Чего там случилось? Зацепился вот куда. Что случилось? Что случилось? Вот этот чуть с вчерашнего дня кричит. Ну, они погибнут, конечно. Но это бесполезно же. Все равно. Ну, ладно, не будем о грустном. С утра. Ну, в общем, вот. На сегодня работы еще полно. Да? Нет. Туда-туда никто не пустит. Сегодня работы полно. Самый главный день сегодня хороший. Отлично будет просто. Наконец-то наступили безветренные времена. Ну что, дальше продолжаем двигаться. Пойду птицу кормить. Дайте я подойду. Нет, 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 нет. Подходите. Ой, на дружке. Ой, много им насыпало. Ну ладно. Ну давайте. Пропускайте. Даже лед замерз. Даже лед замерз. Вот такая изморозь белая. Небольшая. Морозцы прижимают, продолжают.
не проходит никак. Ну и что еще из вчерашних событий пропало у меня? Я вчера заложила инкубатор, вот, перемыла все яйцо, все это снимала классненько, так что-то там разговаривала, уже не помню о чем. А самое главное, я пытаюсь подправить ситуацию с большими яйцами. Вспомнила потом такой метод, что крупные яйца нужно ложить раньше, часов на 5, а потом уже мелкие. В общем, решила так сделать. Положила вот эти крупные и марановские еще положила. Я их закладывала 2 часа вчера, а белые и ухие люди заложила в 7 часов. Ну вот, в общем, закладку вчера сделала. Че, все у меня пропало? Вот тут все стоит, инкубатор еще не мыл, попозже буду. Вот так вот в 2 словах коротенько рассказала, а то целое кино сняла, а тут все раз, вот все понятно, помыла, положила, все. А то разведут болтологию эти блогеры. Дело без дела, снимают свои видосы. Что-то говорят, говорят. А вот сейчас, видишь, 3 слова. И все вместилось. А то бы сколько бы вам там нагрузки было смотреть, что я там вытворяла. Изумительный денечек сегодня. Вообще классный. Убиралась там сегодня за пределами этой. Ну, еще не закончила. За пределами ворот. Сушняк собирала там. И приезжали у меня сегодня покупатели. Цыплят забрали 30 штук. Сейчас еще должны еще приехать и остатки забрать. Ну и все. Цыплят не будет. Вот. Все, вот потихоньку понемножку оттуда, отсюда за, вот с этого. Вот это, кстати, вот этот цыпленок, вот маран. Дикса. Эй, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Вот у него даже лапки немножко с лохматушками. Это маранчик. А вон там он серенький, вон, с такими черными ножками. Это мирюкан. А это из белых, вот эти беленькие, которые. Ну, им тут теперь хорошо. Они только привыкли, их уже забирают. Эти спят. Отдыхает вон. Так, чего еще? Индюков сегодня не смотрела. Индюки эти сегодня бегали. Вот этот бегает, не видит ничего. Но бегал. Носился. Эти тоже в движухе все. Все в движухе. О, голосов стал появляться. Да. Вот видите, они даже стали вон и голос подавать. А до этого, помните, они все время молчали, когда болели. А сейчас пиу-пиу-пиу-пиу у них. Ты где там? Пиу-пиу-пиу. Вот вам и пиу-пиу. Вчера еще убрала эти. Откручивала. Вот это тоже пропало все. Откручивала эти штуки все. И вытаскивала пленку. В общем, вот. Ну, что ж вы делаете? Как они собирают ее? Вот эти именно. Видимо, вот эти, которые колченогие собирают все это. Ходят. Вот я им свеженькую постелила, и уже все опять. С вертормашками. Наверное, они, скорее всего. Хочу сегодня им тоже это. Кто-то мне подсказал туда картонку. У меня вон, коробка есть такая хорошая, добротная. Картонку туда постелить. Да, это. Да, убрать пленку. Такие вот дела. Сегодня вообще какой-то день такой, не хочется ничего. Хочется ходить, лицезреть, отдыхать, смотреть, ну, спать. Типа выходной. Солнце там такое классное. Яркое сегодня.
Сетку надо пойти еще снять. Там видно эти на заграждении. И веревки у меня нет. Привязать нечем пока что. Бабка убиралась с утра, пока ждала покупателей. Теперь еще с этой стороны надо убрать. Классно будет, замечательно. Я в одной футболке. Ну, прохладно, конечно, в одной футболке. Но ходить можно. По необходимости. Растишки у меня вот здесь вот такие. Я их еще не снимала, не показывала. Это перцы, которые первые садила. А это вот помидоры. И что-то они пока вот с этой стороны ничего не зашло. Но вроде там вижу, проклевываются. Как зайдут, мало прикольно будет. Сразу все насажу. Здесь перец горький, этот пока еще ничего. Надо что-то еще подсаживать. Еще какие-то помидорки подсадить. Что-то еще хотела. Помню. Ну, цветы само собой. Вот только что были покупатели. В общем, забрали всех этих цыплят. Собрали. Сюда наводила все препараты. Они постоянные наши покупатели. Они уже были в прошлом месяце. Вот здесь тоже все чистенько. И еще Люба забрала вот этих вот, которые вот здесь сидели. Было 7 целых. Ну, нормальных, просто они были последние, отстающие немножко были. Но они, кстати, подросли так, ничего себе. И 3 хромоногих, в общем, было. Все, и этих даже забрали. Остались у меня только пока что на данный момент индюки. Отдам вас в детский дом и поеду в Сочи к папе. А? Чипзики. Вот, в общем, так вот. Вот так вот я свободна, как ветер. Уйду я от вас. Да? Плохие вы. Не, шучу, хорошие, хорошие. Но честно сказать, я сегодня хожу весь день. И мне не хочется, ну, как бы такое, не было такого желания снимать. А потом я поняла, что я обиделась на телефон. Вчера тут все удалилось. Как ребенок. Ну, правда, вчера так было обидно вообще. Мне вчера пришла идея. Вот такая вот. Мне пришла идея. Вот это место, вот, как-то я заикалась. Как его облагородить, пока здесь нету никакой постройки. И чтобы не копать здесь ничего, потому что здесь крупный щебень. И потом я вспомнила, что у меня вот за этим забором лежит гора. Я, правда, посмотрю, будет ли оно пригодно для этого. Гора бута. Камня или там чего-то. И что из этой штуки можно сделать? Ну, типа клумбы там вот такие вот какие-то вот. Ну, в общем, такие сооружения, да, в которые можно засыпать землю. Потому что цветочки-то посадишь в землю, ну, в нормальную землю. Они все равно, корешки туда все равно через камушки уйдут. И вот, короче, потому что покупать на всю эту территорию тех же, ну, можно и там повыше поставить какие-то растения в эти в емкости, да. Но они тоже же, это что, деньги? Наберешь этих тазов до этих ведер, потом что с ними делать?
Вот. А вот это мне идея вот прямо в голову пришла. Вот такая вот. Правда, я не знаю, как все это будет выглядеть при наличии котов и периодически отцепляющейся собаки. Но вот, в принципе, да. И тут такое место, оно ну, более такое затененное. Как-то с утра вот оттуда вот так вот тень. Ну, только что вот с обеда будет, но не так, чтобы сильно. Потому что вот здесь вот, на этом, на крылечке, тоже хотелось бы поставить, ну, даже можно было поставить кашпо и тоже посадить. Но здесь в течение дня такое пекло просто вот так вот фигачит сюда, прямо вот так вот напрямую. Вот. Невозможно вообще. Мы хотим вот сделать вот это вот на, ну, крышу, да, вот здесь вот. Но она, я думаю, от дикой жары не спасет. Это только если мы полностью здесь навес какой-то закроем. Я не знаю, почему с этой стороны сделали дверь. При наличии того, что солнце прямо вот весь день сюда херачит, извиняюсь за выражение. Оно уходит только часа в 4 вот туда, когда уже в ту сторону, когда вот так вот уйдет. И вот оно потом исчезает. А так оно весь день тут палит. Тут прям площадка для загара. Тут солярий, можно сказать, практически. И вот эта у меня площадь, она пропадает. Туда ничего вообще не посадишь. Потому что здесь все сгорит просто-напросто. Ну вот если вот... Вот это вот мы сделаем, да, там опять крыши поликарбонатовые, тогда можно. А вот здесь, конечно, здесь мне хотелось бы цветочки в горшочке, но это было бы не так сложно. И вот этот участок вот такой вот, он никчемушный. А вот здесь-то вот от этих заборов тень какая-никакая есть. Там во второй половине дня будет, но вторая половина дня все равно вот там забор идет. Вот так вот. Такая мне пришла идея. Завтра я доберусь до этого бута за этим забором, пойду посмотрю и посмотрю, пригоден ли он для этого. Да и там не бой, не вой, и не скули, никто тебя не отпустит. Потому что ты хулиганишь. Завтра я куплю веревки, сделаю садочек, и потом ты будешь вечером бегать. Вчера-то я отпустила, она тут так бегала, разбежится, туда, об забор, обратно. Один раз прямо вот так вот сходу хлобысь под машину, вот так вот залетела, вот прям на пузе туда закатилась. Вот это гонки были по вертикали вчера. Жульбан, ты жульбан. Ну вот, опять одни планы, никаких действий. А, да, вот эту вот штуку, все-таки я сегодня с Андреем поговорила. Мы ее, наверное, заштукатурим. Я насмотрелась на Свету. На Светлану на юге. И тоже хочу, чтобы красиво было. Потому что оно меня раздражает тоже. Ну, не знаю, вот... пусть вот сейчас покажу. Света же тоже специалист посмотрит, и она скажет, можно ли сюда раствор наложить. Здесь накрашено что-то. Вот. Накрашено. Андрей говорит, надо бетон-контакт наносить. Вот я не знаю. Тут-то вот где-то, где шершавенько, еще ничего. А вот здесь-то он говорит, надо бетон-контакт. Ну и вот здесь тоже вот так вот гладко. А мы с ним вдвоем бы здесь махом бы ее раз-раз бы сделали. Даже, может, если я одна. И у меня, конечно, навыков таких нету, но я думаю, что это можно будет сделать. Вот такие планы появились. Одно еще не сделали. Так, ну-ка, не зацепи меня. Ну, хотя бы по мелочи что-то делать, облагораживать тоже. До большого пока доберемся, когда у нас мы деньги накупим на эти стайки. Да птицы стайки разгородить. Тоже же там надо как-то пообъемнее уже. Ну все. Ну вот и все. И что получилось-то у меня из цыплят? Получилось 73 цыпленка. Вот сейчас по факту получается, как говорится, по осени. 30 и 43. 73 цыпленка. 75, потому что, который 30 брала, я одного добавила, нельзя ровное число продавать. И здесь один был такой запердыш маленький. Тоже просто Любе отдала его. В общем, как-то так.
Ну, в общем, да ты давай не прыгай. Ну, я понимаю, что ты там мылишься. Вот вчера такая стоит вот так же, подскуливает такая стоит, оттянула цепь, на нее смотрит. И такая лапами на эту цепь, хоп, прыгает. То есть она пыталась ее опять с этого с карабина сорвать. Как в прошлый раз, как-то у нее получилось один раз. И вчера я, конечно, была не до котов. Она обычно тут всю котов преследовала. И это вчера было не до котов. Она носилась, как угорелая. Ой, нет, как ветер. Не скули, терпи до вечера. Терпи до вечера. Ну все, поговорила с вами. Душу отвела. Пойду дома, чем позанимаюсь. Я сегодня дома вот до этой посуды докопалась. Отмываю антижиром. Там еще какое-то средство у меня. В общем, это... В поте лица тру, шоркаю, отмываю все. Без ума. Ну что, всем привет еще раз. День сегодня такой был вялый. Я уже говорила, ничего не хотелось. Весь день у меня было обидно на телефон. Или на свою тупость. Не знаю, на что. Больше обидно было мне. Вот. Сейчас хочу под вечер посадить петунью, то, что у меня есть. Завтра еще семена заберу. Заказывала семена на Валберис. Что-то там еще заказала, еще придут. Вот. Ну и вот теперь сиротинушка я. Нету птенчиков. Все свободное, как ветер. И куда хочу, туда лечу. Пока что никого нету. У меня получается после 26-го я закладывала. Что-то числа 15-го, что ли. Что? Значит, 27, 28, 29. Ну, после 15-го, в общем, будет. А вылуп очередной. Ну, сейчас давайте посеем петунью, да и разойдемся по домам, как говорится. Все спать. Он, кстати, яйцо снова начала собирать. Ой, петунья вот эта вот обычная. В этом, в магните взяла. А там заказала еще какие-то, короче, виды. Какие-то виды заказала. Махровая, что-то еще там. В общем. Так, у меня петунья черный принц. Там мамин. Не черный принц, как это черная. Черная петунья, вот ее, она же есть, ее тоже надо посеять. Она вот такая вот миленькая. Я думаю, наверное, мне одной достаточно будет этого пакетика, одного пакетика. Она же мелкая совсем. Я вот эту ампельную все никак не могу посеять, но надо это сделать. Где емкости брать, непонятно. Вот у меня все эти рассосались баночки. Те вот черные под пикировку я пока что берегу. Ой, мелкие, мелкие. Ё-моё. Идрить, мадрить. Ничего. Совсем маленький. Вообще ничего не видно. Но ее густо же не надо. Она же это тоже взойдет будут. Ведь. Я думаю, на эту вот площадь хватит одного. Хоть чем-то вас развлечь. Вообще, конечно, здесь петунью можно вполне садить, мне кажется, в почву. Кто опыт имел такой, расскажите мне, вот, кто с Кубани. Как это мне вставить? Сильно бы не засыпать ее. Ну, хорош, хорош, хорош. Завтра вот надо землю купить. Семена с Валберис забрать. Что там хотела сделать я? Завтра, короче, у меня выход в люди. У кого опыт был? Кто в землю сразу садил петунью? Мы в Бурятии это неизбежно все. Мне кажется, я ее сильно засыпала. Что-то у меня такое ощущение. Земли. Это в Бурятии это мы неизбежно
садили ее рассадой. И там как бы, ну или купали там, кто во что горазд. Кажется, многовато это я тут махутала. Вот так вот лучше будет. А вот тут не знаю. Мне некогда было до этого заниматься цветочками. Вот. Я себя не нагружала цветами, потому что мне и так работы там хватало с разработкой участка. Целую кучу было работы. Чего не брызгаешь? Банки разные собирала, склянки всякие. А сейчас ничего не собираю. Ну вот, почин есть. Один вид петуни посадила. Опять тут с бумбуксом ездит. Звук такой. Что, раньше тоже так же ездили. На улице машина проходит, там у них этот, как колонки бумбокс. Бумбокс, вот как он там правильно называется. Ну, вы поняли, о чем я. Ну вот, цветочки посадила. Хоть чуть-чуть. Ну, вот так прикольно. Говорила, что-то у меня все скинулось, ничего не записалось. Что-то у меня телефон, на тебя я обижаюсь, ты меня в последнее время косячишь. Ну вот, в общем, почин есть, хоть немножко петуни посадила, а то все девочки садят, а я тоже хочу, но у меня нет, пока не получалось. Там я вот в Бурятии, у меня как-то времени хватало, сил хватало, я постоянно, у меня эти растишки, цветы весь, двор весь, дом заставлен был, места живого не было. Весной, как, ну, ты рассаду везде садишь, целую кучу было. А тут что-то как-то я расслабилась. Расслабилась и вот, ну, не нагружала себя этих 2 года, но уже, видимо, вот эта закваска-то она есть. Хочется все равно. Хочется, вот я сегодня там мечтала цветочки бы на этом, на, как его, на крылечке. Ну, здесь место жарко, не знаю. Мне кажется, тут невозможно. А так, конечно, там кашпо или вазоном поставила, да и что насадила. Хотя у меня, конечно, кошки, заразы. Кошки тоже лазят везде. Ну, может быть, они не будут, они уже большие. Ну, ладно, это уже дело 5. Ну, в общем, вот так вот у меня сегодня день такой. Прошел полувыходной. Надеюсь, вы тоже отдыхали. Вчера я вот все смела. До сих пор у меня этот осадок, потому что вчера такие классные были моменты, и где-то и смешные, и много было дел вчера, и взяла вот так вот все и это уделала. Ну, бывает, бывает, но все равно бывает-то не бывает, а обидно, досадно. Было чем порадовать подписчиков. Вот как-то так. И вот по поводу петуньи. Местные девочки, скажите, можно ли ее садить в грунт сразу? Вот здесь вот на этой, сзади вот, я смотрю 2 картинки в горшочек и в грунт. И в грунт прямо аж вот сейчас в марте. Неужели сейчас ее можно в грунт садить? Мне вот интересно, кто-нибудь мне скажет, напишет, может быть. А в это самое, что-то я в этом не очень-то уверена. Хотя, в принципе, она взойдет и не будет еще вот этих вот... Единственное, что она может, конечно, замерзнуть под заморозки. Трава же лезет. Я сколько... Кстати, я там пыталась на огороде что-то садить. Ну, чуть-чуть там. Зарастала тут же травой, и там этих цветочков зашедших не видно было. А траву-то надо выпалывать, она же сплошняковая такая идет. Поэтому вот ничего там не получалось. Кстати, я заказала сегодня на Валберис, наверное, еще и в магазинах тоже продается. Есть такой гербицид. Вот эти, которые траву-то убивают, это не инсектициды, это гербициды называются.
Лазурит называется. Он, в общем, от сорняков на картофеле и томатах. То есть ну, картошку, например, вот посадил, и травы еще нету, чистая земля. Ты брызгаешь этим препаратом, гербицидом, и сорняки не растут. Ну, какие-то там растут, что-то вьюнки. Вот я смотрела сегодня в этом видео, смотрела вьюнок какой-то, а вот эти как амброзия, там что-то еще, они, короче, не всходят, не растут. Я заказала, буду пробовать, надеюсь. Ну, вроде там быстро приходит, надо, ну, буквально вот до... Желательно до того, как взойдет картофель, обработать. Ну и вот, в принципе, там на месяц, на два написан этот эффект. В принципе, можно этот... И под томаты уже обработать, собственно говоря. Пока ничего не взошло. Как раз на ближайшие месяца два хватит этого. Ну, в общем, такой препарат я нашла. Где-то что-то об этом с кем-то разговаривали, я заинтересовалась. Ну, в общем, давай искать в интернете. Ну, вот нашла, что есть такие препараты. Там еще какой-то есть, но лазурит, он такой, ну, по ценнику более приемлемый и попроще там какие-то еще есть, не помню название уже. Что-то они какие-то замутные там. А этот простой, ну, в плане, сказать там, не наносит вред, а там что-то в тех было, в общем, что меня не привлекло. Ну, вот такие вот находки у меня, значит, буду ждать и обрабатывать, потом посмотрим, как это все будет выглядеть. Понаблюдаете. Все. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск, такой, так себе, скажем так. Ну, ничего. Хотя бы рассказала, ты что вчера запорола. И скажите мне, пожалуйста, кто в курсе, можно ли посеять сразу в грунт на улице петунью? Вот Анютины глазки я знаю, можно, а вот петунью не знаю вообще. Мне кажется, она все равно, если взойдет, она замерзнет. Ну все, на этом. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Есть новые там, добавились подписчики. Оставайтесь с нами. Ну, у нас выпуски, у нас, у меня там, ну, у нас, да, переселенцы же мы. Иногда вот немножко такие не очень веселые, скажем, под воздействием каких-то обстоятельств. Иногда очень интересные, иногда просто спокойные, иногда успокаивающие. То есть по-разному. Вот такие вот у нас дела здесь творятся. И спасибо всем, кто остается с нами. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Все равно я эту фразу буду говорить, как дети Вити Светличные. Она мне нравится. Все, всем пока-пока.